Всем привет! В этом видео я делаю обзор станка для заточки сверл. Станок Штурм, модель BG6007S. Мощность двигателя 70 Вт. Данный станок предусматривает заточку сверл от 3 мм до 10 мм. Регулировка осуществляется вращением вот этой вот части. Для пробы я взял сверло диаметром 6 мм, вот установил его в дрель. Сейчас продемонстрирую, что оно тупое. Пробуем просверлить. Лижет, но не сверлит. Сейчас попробуем его заточить, это сверло. Берем сверло, включаем станок, выбираем подходящий диаметр, 6 мм в данном случае, и точим. Небольшим вращением подтачиваем одну грань, затем подтачиваем вторую грань. Ну вот, обе грани заточены. Сейчас проверим это сверло в действии. Заточили сверло, вставляем его в дрель. И проверяем. Стружка хорошая пошла, сверлит очень хорошо. Станок этот приобретался около 2 лет назад, в районе 1500 рублей я его покупал. Диск запасной покупал рублей за 150-200, точно не помню. Вот сколько станок у меня этот работает, точу им. Ну, не сказать, чтобы часто, периодически. Камень еще стоит родной. Да, запасной камень так я еще не использовал. Точит, точит весьма уверенно. Не всегда есть возможность с собой таскать точильный станок. А этот заточной станок Штурм, в принципе, много места не занимает, не такой уж габаритный, не такой уж тяжелый. Можно с собой везде брать, если необходимо много сверлить и точить. На заточку сверла, ну, если приноровиться, уходит от 0,5 минуты до 1 минуты. На этом все. Спасибо за внимание. Делитесь видео, жмите лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго.